Проверяют состояние дорожного полотна и степень его износа. Составляют список приоритетных улиц, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Надо отметить, таковых только в областном центре после зимы немало. На все работы планируется направить 1,2 миллиарда рублей. 80% поступления из федерального бюджета. Данные средства будут направлены на ремонт городской агломерации и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Суммарно это 85 километров дорог. В областном центре перечень включает 32 дороги протяженностью более 50 километров. Это улицы Энгельса, Сумская, Республиканская, Союзная, Литовская и ряд других. Работы начнутся в апреле-мае после определения подрядчиков и лимитов финансирования.